Добрый день! Вы на канале компании ProtectFeed. И я, Анатолий Лаптиев, технолог по кормлению птицы, расскажу вам сегодня про содержание перепелов. Мы находимся в гостях в небольшом хозяйстве, которое занимается разведением данной птицы. И так что сегодняшний выпуск об этой птице. Заводчики перепелов, почему их заводят? Да потому что это очень рентабельный вид бизнеса. Ведь перепел, когда он вылупляется, веся всего лишь несколько грамм, за 2 месяца в 20 раз и более превышает свою массу. Это достигается тем, что перепел должен потреблять корма очень высокого качества для того, чтобы достигать таких показателей привеса. Перепел в 45 дней уже становится половозрелым. Это значит, что с него самка перепела может нести яйца, и через 17 дней из них будут вылупляться перепелята. В 1 месяц их уже начинают разделять по полу и решать для себя, что из них получать, или яйцо, или мясо. Потому что способы выращивания несушки перепела и перепела, который идет на мясо, несколько отличаются. У них немножко разный световой режим и немножко разный тип кормления. Потому что перепелка, которая несет яйца, она должна быть всегда немного голодной. Ее должны кормить 2-3 раза в сутки. А перепела, которые идут именно на мясо, у них должен быть корм постоянно в кормушках. То есть они должны быть постоянно сытые. Ну, питьевой режим, так же как и у всех птиц, свежая вода должна присутствовать постоянно. Причем она должна быть 17-18 градусов. Потому что если она будет более теплая, то перепела могут вообще отказаться от того, чтобы пить эту воду. Также надо следить очень за температурным режимом и за вентиляцией. Потому что если в помещении будет преобладать углекислый газ, то птица может отказаться вообще от корма и тем самым потерять показатели как в продуктивности, так и в привесах. Здесь мы видим, что перепела содержится в клеточных батареях с плотностью посадки где-то голов 100 голов на квадратный метр. Клетки оборудованы желобковыми кормушками и автоматическими поилками, что позволяет птице беспрепятственно подходить к воде и поглощать корм, который ей необходим. Помещение оборудовано вытяжной вентиляцией, освещением. И также в случае жаркой погоды данная ферма может охладить помещение наличием кондиционера. Возможно также содержание перепелов напольным способом, но это более проблематично и используется гораздо реже, чем клеточное содержание. Пол клетки расположен под наклоном, что позволяет снесенным яйцам скатываться сразу в яйцесборник, и это предотвращает вымазывание яиц пометом и прочими нежелательными элементами. Оптимальная температура для хорошей продуктивности перепелов является температура 20 градусов для взрослых особей и влажность воздуха 60-70%. При более повышенной влажности перепела начинает чувствовать себя очень плохо. Также перепела плохо переносят низкую влажность, где-то 50%. Чтобы получать высокую продуктивность, надо предоставить ей оптимальные условия содержания. Также надо исключать сквозняки в содержании птицы, потому что если будут сквозняки, то птица начнет терять перо, и это тоже может привести к полной потере яйценоскости. Что касаемо освещения, то оптимальным продолжительность светового дня для перепелки, несущей яйца, является световой день 16-17 часов. Но некоторые заводчики перепелов используют непрерывный световой день. Это позволяет получать больше яйца от перепелки несушки, но в этом случае перепелка быстрее изнашивается. И если, допустим, в оптимальных условиях самка перепелки несет яйца в течение 2 лет, то если непрерывный световой день, то может буквально за год она вынестись, и ее надо будет менять. Расцветка перепела зависит от его породы. То есть очень много всяких разновидностей. Здесь мы видим техасского перепела, но есть также фараон, эстонский перепел. Их очень много разновидностей, но в России прижились в основном перепела породы техас. Потому что они наиболее
показывает высокие показатели продуктивности в яйценоскости и получении тушки перепела. Вот, занялся птицей, потому что стало очень интересно, много, прежде чем начать заниматься этой птицей, начал изучать ее сперва, в интернете, вот, читать много, узнавать те, которые занимаются этой птицей, вот, очень заинтересовало меня это. Во-первых, это, не будем скрывать то, что, достаточно так прибыльное дело. Вот, ухода, конечно же, очень много надо с ней играть, убираться, это в первую очередь. Во-вторых, дезинфицировать хотя бы в месяц, раза три обязательно. То есть та птица, которая идет у нас на несушку, она должна, смотреться, и уход за ней вообще должен быть другой, ее перекармливать нельзя. Та птица, которая на мясо, она идет, ей нужен постоянно корм, чтобы у нее кормушки, называются бункерные, чтобы они были всегда полные, чтобы птица не голодала, вот, и ей нужно хранить ее, смотреть за ней тоже так же, как и несушку, которая несет инкубационные яйца. То есть пищевые, их можно и перекармливать, то есть это не так принципиально, чтобы ее не перекормить, либо не докормить, потому что она может двухжелтковые яйца нести, то есть это мне наоборот в прибыль, то что у меня крупные яйца. Вот, и что еще? Цыплята у нас падеж 5% от вылупа, в любом случае, какого бы ни было, какие бы там ни говорили, что они супер там заводчики, супер у них курицы, там супер петухи рабочие, это 5% не вылуп и 5% падеж от самого выводка, будем говорить. Получается, падеж у нас выходит с первых суток до, по-моему, 10 дней происходит падеж. После 10 дней птица погибает, очень в редкости. То есть либо задавили друг на друга, либо утопили. То есть 2-1. Нету такого, чтобы она просто ни от чего, просто так она взяла, умерла. Такого не бывает. У меня была порода фараоны. У них при забое, то есть на попке, там черное пятно получается. То есть ты вырезаешь полностью весь жир, то, что остается, будем говорить так, на мякоти. То есть самое вкусное место вырезаешь, выкидываешь. То есть тушка становится некрасивая. Вот, кто там еще у нас есть, кого я еще держал, смокинговая порода. Они очень прихотливые, это во-первых, они несутся, могут нестись, 10 дней без перерыва, потом 5-6 дней, 7 дней опять дать перерыв. То есть то у них совсем маленькие бывают яйца, и они вес очень плохо, очень долго вес набирают они. То есть, я посчитал, что это нерентабельно, то, что они мне не нужны, в итоге я остановился на техасцах. Их как откормишь, так они и вырастут. То есть, если им дашь условия, дашь питание постоянное, они будут и вес набирать, и, естественно, хорошо нестись. Итак, в этом выпуске вы услышали, как надо содержать перепелов в условиях небольшой фермы, как получать вкусное полезное мясо, как получать вкусные полезные яйца и сделать так, чтобы ваша птица всегда радовала вас и не болела. Все, пока-пока, до новых встреч!